Нефтехимия – это все-таки сначала наука, а уже потом производство. Вот здесь находится мозговой центр Сибура. Это здесь рождаются новые технологии, которые обеспечивают конкурентоспособность компаний. Здесь положено ходить в халате и очках. На 90 с лишним процентов отраслевая наука, прикладная так называемая наука. Кто ее создаст? Кто ее воссоздаст? Только такие крупные центры, холдинги, где можно найти средства для развития науки, научных там проектов, проектных работ. Пример – тот же Сибур. Давайте начнем нашу экскурсию. Хроматография. Хроматография. Масс-спектрометрия. Да. А это зачем? Я просто, когда начну переставать понимать, я вас буду останавливать. Хорошо. Чувствую себя как тот счастливый землянин, который наконец встретился с представителем инопланетной цивилизации и старательно кивает головой, делая вид, что он понимает, о чем ему говорят. Ну, я постараюсь еще более подробно. Ну, вот мы с вами подошли к нашей жемчужине коллекции. Это масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой, который позволяет делать анализ практически всей периодической системы Менделеева. Ну, в принципе, все остальное оборудование в этой лаборатории предназначено для глубокой доочистки. Вот. Дальше мы с вами перейдем. Да. С точки зрения человека, не посвященного в эти нефтехимические тонкости, все это настоящие чудеса.